Специально для записи добрый день, времени суток и ночи, когда вы это смотрите. Ну, у нас очередные Call of Series с Вуди. Первый фраг за мной. Это хорошо. Значит, что? Значит, ready. Значит, да, все. Да. Значит, буду сегодня тащить и я. Услышал ты, зеленый человечек. Мне говорила мама, когда я вижу зеленых человечков, бежать в другую сторону. Я думаю, она была права. Ой, хорошо. Ой, хорошо. А, все, я так не играю. Как ты играешь? Научи меня, как ты. Я был у шаолинских монахов. Когда ты у них был? Когда они научили меня шафтить, как царь. И это учение перенял у них. Не, ну правда, у них еще был один маленький недостаток, они ракеты в лицо ловили часто. Да. Это единственный минус. Да. Если ты хочешь хороший шафт... Yes! First track, first blood! Хороший шафт, ты должен ловить ракеты в лицо. Да. Это единственный минус. Космос тебя, товарищ! Да, хорошо! Ты видел, как я начал? Ты видел прям успех, я чувствую. А ты умираешь. Блин, ладно. Еще не все потерял. Че, ты еще маленький? Ой. Зашел такой по красоте, да? Стену как задамажил. Ну есть. Как, я же выстрелил прям тебе вот. Ну, херня случается, как в этой одной знаменитой песне. Ой-ой-ой, я просто мимо проходил, друг. Не друг ты мне, гнида, черножопый. Ах вот так. Ах вот так. Знаешь, куда я пожалуюсь? В очень солидное кино? Нет, в очень солидную инстанцию. Маме. Маме? В ЖЭК. Ага. Нет тебя. Точнее, нет меня там, братиш. Нет ты. Я с оружием, я полностью заряжен. И я не знаю, где ты. У меня Райл перезаряжался. Счастливый ты, брат. Я не знаю, как выбивать тебя с этого места. Как вот... Вот так и выбивай. Ладно. Ладно. О-о-о! Я не то достал. Я не то достал. Я не то достал. Я хотел шафт. Дядя, спокойствие. Есть. Разменялись. Размен был явно не в мою пользу, но все равно. А, ничего. Я сам себе в щи, короче, уже прописываю. Я тебя настолько боюсь. А ты не бойся. И успокойся. Ой. Нет. Мое любимое. Это как завтрак. День должен начинаться. У кого-то завтрака, а у меня с Рейла. Блин. Ладно. Сомнял. Это уже что-то. Ты говоришь так, как будто ты все время проигрываешь. Я вообще все время проигрываю, алё. Да ну хорош, ты что делаешь? Я делаю грязь. А я? А ты кушаешь мой шар. Нет! О, да! Какой я прям сдал! Это контролечка! Да ладно, забей, просто мой старший брат играет вместо меня сейчас. Да-да. А я как ничего. Сидишь рядом с микрофоном, да? Да. Так я просто сижу, он молчит, он просто смотрит. Ты бы знал, с какой он улыбкой на это делает.
Я говорю, братан, знаешь, что надо сделать? Есть один парень, его надо убрать. Он говорит, как его зовут? Я говорю, Вуди зовут. Вуди зовут. Ах, Вуди, ах, раз Вуди. Ах, раз Вуди. Да. Нет, я хотел достать пилу, тебя запилить. Блин, ну почему? Вот ты, конечно. Я хотел сделать красиво. Ну, мам. Ну, мам. Да все, все, нет, 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 нет. Угу. Черт. А я все равно, слышь, погоди-ка, как это 5? Как это 6? Слышь, ты там ничего не попутал? Нет. Я полностью в себе уверен, я мужчина, и я хочу радиоуправляемый вертолет. Нет, я хочу, я первый захотел. Ага. Да, я понял. Что ты будешь делать? Мистер Джонсон. Мистер как Джонни или как ты меня там назвал? Да, Джонни. Слышу, Питер. Ладно, у меня хп мало. Живи пока. Ладно, ладно, иди. Я тебя отпускаю. А я тебя нет. Блин, чертов Рокет. Чертов Рокет. Рокет тащит, вот что я тебе скажу. Я бы сказал. Ну, счет 6-6. Я чувствую себя сексуальным, уверенным, обеспеченным. Подожди, какой сексуальный? Ты чувствуешь себя сексуальным? Да. Да, тебе нравится мой ролик, детка? Хочешь еще? Возьми еще, мне не жалко. Я помню, ты один урок свой не освоил в своей жизни. Уважай мой шаг. Как это я усваивал? Блин. Ну я читал. Ты должен был быть благодарен, что увидел его. Как же мне повезло. Я такой везучий. Мне так нравится. Я тебя слышал. Я тебя тоже. Агент Джонсон, меня доложили, где вы находитесь. Да я ложил на то, где ты находишься. Рокет Джамп. Да, нормально, да? Скилл дефрагера по спать не пропадает. Да, это, кстати, да. Слышу Рокет, делаю джамп. Чё-то ты хорошо получать стал, да? Тебе не кажется? Возможно, ты прав. Но это не точно. Блин. Я все выцеливаю, пытаюсь попасть, но не получается. А кто-то получает. Блин. А кто-то получает. У меня было много хп. У меня было очень много хп, и у меня сейчас очень плохая ситуация, потому что мне не хватает. О, все. Улетел отсюда. Да. А может быть забудем. Вот этот вот пакет. А, надо было назад сдавать. Так. 8-5. Хватит играть серьезно. Не думай, не думай, не думай. Не думай. Чё говоришь? Не думай, надо шутить. Не думай. Хорошо. Очень да хорошо. Подожди-ка. Шаолинские чё монахи. Слышишь, павлинские монахи. Шестая о техника шаолинских монахов. Не въебну. Ша. Не что, не что? Нет, мы ша. Ты прочувствовал на себе шестую тактику. Шестую технику. Шестую тактику технику? Нет, просто шестую технику. Она техничная? Нет. Ой. О-о-о. Мне кажется, мне пора. Тебе что, мне кажется, я задержался? Да. Ушел отсюда. Ну, ладно. Давай, давай, выходи, раз ты так хочешь. Я тебе позволю это сделать. Ты как хочешь, а я пошел. Ага.
А ты найди меня. Ой, нашел. В смысле? Подожди-ка. Какой смысл вообще сейчас это действовать сейчас был? Это было секретно. Секретная разработка. Декретно? Секретная разработка. Ой, 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 ой. Блин, у меня опять рокет кончится. Давай, у тебя есть. Блин. Я не заметил. Так, чё, кэмпграунд, да, я так понимаю? Нет. Ну мы его еще не играли. Да нет. Не хочу. Ну да, да и давай его не. Какой-нибудь. Давай это ZTN. ZTN давай. Давай, сейчас золотым. ZTN, ZTN, ZTN. Так. Хотя у меня были все шансы. У тебя были все шансы мне проиграть. А я мог все. У меня были все шансы, чтобы тоже. Я не знаю, я запутался в шансах, у меня их слишком много. Ясно. Я взял красный и взял синий. Синий взял. Взял красный и синий. Если бы тебе предложили, что бы ты выбрал, красную или синюю? Такой подход к тебе, Морфеус. Спины такой подкрадывать. Ой. Ты что-то ты лагаешь, у тебя не лагает? Да, было немножко. И тебе повезло, ты выбил из меня 150 хп. Тём. Все, что ты забрал у меня. Да. Ты не я такой. Ты какой заголошился вообще? Вот ты. Вот твоя суть-то, да? Я просто не ожидал, что ты настолько близко. Точнее, настолько далеко. Оп, а теперь надо как-то это от тебя уйти. Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел. А от меня не уйдешь, подожди. Жуй! Подожди, гранаты, подожди. У меня тут гренки воронцовские, короче. Гренки воронцовские. Да, со взрывным вкусом. Что-то не дошли у тебя гренки. Так сказать, плохо старался. Но ты не распробовал. Ты просто не хочешь пробовать мои гренки. Так и скажи, что тебе не нравится их вкус. Да я бы, знаешь, я бы лучше лобстеров навернул. Это кто там? Это кто там строчит? Пиу! Ты чё, недавно взял её, да? Что взял? Я ничего не брал, я ничего не трогал. Все на своих местах лежит. Честно-честно. Ну да, ну да. Какой красный? Да, 2-1, да, как я это люблю, да, детка. Хотел обмануть меня? Да, хотел. Ну тут-то было. Я почти обманул судьбу. Ты знаешь, я как капитан Джек Воробей. Тебе кажется, что ты меня прижал в угол, но на самом деле у меня есть коварный план. Ты как этот, принц Персии. Да. Я почти был в ТП. Я прям спиной слышал, как он меня гладит уже. Лизнул. Ладно, все, ты у меня почти. Давай, по-добру разойдемся. А вот теперь настал мой черед. Сынок. А. Там ты сынок.
Ой-ой-ой. Мне будет сейчас делать больно. Ты знаешь, как я не люблю лоботомию? Это не очень приятно. Нет, нет. Блин. Да. Такой ты, блин, просто... Да. Нет. Подожди, что-то прям напряженка какая-то. Какая напряженка? Я не знаю, я напрягаюсь как... 5-1, и ты напрягаешься? Я не буду говорить как. Блин, ты кричал! Ты кричал! Я так орал вообще, особенно... Сколько у тебя хп было? Сколько? Ну скажи мне. Да где-то 17. 17? И я умер. Ты умер, Вася. Пипец. 17. Сколько в тебе жира-то, скотина? Yes. Вот это я тебя отправил в космос. Вот это ты прям вообще. Ты прям внук Гагарина, я тебе серьезно говорю. Внук. Внук. Да я правнук. Есть. Не дать тебе фрага. Но меня устраивает более чем что. Ой, как надамажил. Ой, прям выдал тебе 150, что ли. Но в смысле? В прямом. Я заебейдил как царь все твои греночки. Как отсосарь. Да сам ты отсосарь. Ты подожди. Вот это было. Вот это уже была грамотная игра. Еще и в лоб тебе. У меня нету этого, подожди, да, я возьму, вот теперь давай постреляемся. Ну так давай. Лошара. Санта. Подожди-ка. Ты теперь коварный, да? Я смотрю. Да, я теперь сама коварность. Блин, еще и с плазмы наполучал в лоб. Плазма вообще снимает норм, да? Да она капец вообще. Если она прям попадает, то она попадает конкретно. Ну, ты, конечно, красава. Ну, где ты? Ладно. Ну, я тут. Я тут, возьми меня. Иди сюда. Блин. Возьми меня, Джульетта. Снежанна, где ты? Снежанна, подожди. Люсяк! Понятно все. А я уйду, блин. В загробный мир. Мне послышалось, что ли? Блин, я почти ушел. Прямо! Прямо в эту вот. Ой. Любишь оседлать меня. Это не я был. Вы этого не видели. Вот это импрессив. Вот это было. О! Ах ты ж! Слышно же все, че? Подожди. Подожди-ка. Оп. Давай, вали отсюда по добру, по здорову. Ага. Что-то мало хп шут было. Что-то ты не смелый какой. Я расстроен. Я не могу сказать тебе ничего более. Не говори прощай. Вы, сударь, больше не существуете в моей жизни. Это что был сейчас за дичь? Умри! Умри! Так, подожди, я первый. А, нет, подожди. Ты опять? Я сам тебе помог ракетой своей, что ли? Да. Бывает и так. Это отсос. Однако.
времени не так. Не торопись. Что за ТМ так-то как-то мне не пошел. Как-то да. Ой. Мой любимый. Я снова приготовил свое лучшее блюдо. Один хп. Да. Дамаг на один хп. Да ну! Тихо. Не смей готовить. Ну. На. Догнал. Как ты попадал? Как у тебя всегда, кстати, рейл больше моего. Но это пока что. Вот что я заметил. Это просто я тренируюсь все еще с шаулинскими монахами. Знаешь, как они дорого берут, между прочим, баксами. Да, ну не, ну я уже все, я уже расслабился. А, то есть, ну оправдывайся за свою плохую игру. Я же за свою плохую игру не оправдываюсь. Ну, естественно. Опять прям просвистело. Над духом. Вот это хорошо. Я еще думал, ох, сейчас думаю, поймаю. Ага. Поймал. Ах ты ж. Ну, я нормально, более-менее, вполне. Вполне хорошо. Ах, ладно, думаю, стопнуть запись, потому что я пойду по своим делам. Ладно. Всем спасибо, что были с нами. Этот видосик я залью. Опять доливайте. Посос. Опять посос. Так назови. Опять посос. Давай, удачи тебе.